день всем. Канал Кубачи Офишел, Кубачинское серебро. Рада приветствовать вас на нашем новом обзоре. Сегодня у нас в обзоре очень популярный, один из самых популярных серебряных наборов на одну персону. Эгоист 4 называется серия. Тут 4 предмета. Общий вес набора приблизительно 243-245 грамм. Давайте поближе познакомимся. Значит, вот такой нож. Нож, ложка, вилка и чайная ложка. 4 предмета. Называется эгоист, потому что на одну персону. Такие же наборы у нас есть и на 6 персон, и на 12 персон. Это столовый набор, не десертный. То есть длина вот такого ножа 24,5 сантиметров. Десертные бывают гораздо короче. Вот, значит, ножик состоит из лезвия и ручки. Лезвие всегда нержавеющая сталь. Почему? Потому что серебро очень мягкий металл, и серебряное лезвие будет полностью нефункциональным у вас. Все вот эти вот наборы у нас берут для использования. Они не сувенирные, они полноценные наборы. Поэтому лезвие бывает нержавейка. Вы нигде не найдете такие наборы с серебряными лезвиями. Это вот частый вопрос бывает у клиентов, почему лезвие нержавейка. Вот на всех наборах серебряных. Иначе это будет у вас сувенирный набор. Потому что очень мягкий металл, серебро, и не бывает. Ручка полностью серебряная у ножа. Вот такой идет рисунок у ручки. Такой вот растительный орнамент. Всякие такие вот вензеля здесь. С двух сторон. Одинаковый рисунок. На боках вот такие вот грани. Довольно широкая ручка. Удобно держать. Вот здесь вместе соединение ручки и ножа. Вот вы видите два клейма «Проба» и «Именник». 925-я проба серебра. 24,5 сантиметров длина ножа. Значит, здесь только ручка серебряная. В остальных наборах все полностью серебро. Ложка. Ложка довольно такая массивная, тяжелая. Значит, длина ложки 21 сантиметр, чуть больше 21 сантиметра. 21 сантиметр и 2 миллиметра. У ложки аналогичный вот такой рисунок. Вот. И с двух сторон. Почему с двух сторон? Потому что у нас есть такие наборы, но не такие, а по-другому называются они. Эгоист 3 и так далее. Они односторонние. У них только на лицевой стороне рисунки. Разные бывают рисунки. А у этого набора с двух сторон. Но этот набор без чернения. Бывают наборы с чернением. То есть кому-то нравится без, кому-то нравится с чернением. Вот такой вот он, двухсторонний симметричный рисунок, который вот здесь немножко заходит на ложечку, такой цветочек. Интересно сделано. Здесь тоже вот стоит два клейма, проба и именник. 21 сантиметр, 2 миллиметра. 925-я проба. Вилка. Значит, длина вилки 22 сантиметра. И такой же вот идет рисунок. Тоже вот в тонком месте вот здесь стоит проба. Если здесь все заполняет рисунок, тогда пробу ставят вот на этом гладком месте. Значит, 22 сантиметра вилка. Ну и ложка чайная. У ложки 14 сантиметров длина. Она сделана так же, как вот и большая ложка, только в маленьких размерах. Рисунок такой же. Тоже вот здесь стоит два клейма, проба и именник. И сзади вот этот рисунок заходит на ложечку.
В этом наборе что хорошо, что он, что у него есть места для вензелей. Вот если вы хотите сделать какую-то подарочную гравировку, надпись, инициалы, если вы кому-то дарите, то здесь все-таки есть место. Он не полностью заполнен рисунком. Вот эти места, где рукояток, они не полностью заполнены, поэтому есть пространство для фантазии, как говорится, в этом плане. Вот. Пользуются все в домашних условиях, как обычно, посуду моете ее после использования, вытираете сухим полотенцем. Единственное, желательно не какими-то щетками их скоблить, конечно, потому что серебро будет царапаться, лучше на мягкую губку хозяйственным мылом фейри потерли, смыли, вытерли. Всегда будет у вас в хорошем таком он состоянии. Вот. Ну, естественно, для такого прям полировального блеска, если вы не пользуетесь, он у вас лежит где-нибудь в шкафу за стеклом, тогда его надо раз хотя бы в месяц полировкой. Полировки для металлов продаются сейчас везде. Даже в автомагазинах продаются. И можете спокойно наносить вот эти вот полировальные, значит, пасты на него. И тряпочкой потерли. ХБшная тряпочка очень хорошо. Детские пеленки подходят. Потерли. И все. И у вас будет такой вот первоначальный магазинный блеск. Вот. Набор идет прям сразу вот такой коробочки. Они здесь фиксируются на резинке. Каждый предмет у него вот такой вот идет фиксатор в виде резинки, куда они все на свое место так садятся. И в дальнейшем вы уже закрыли, понесли, они там не болтаются, ничего с ними не происходит. Поэтому в этом плане удобно. Коробочка. Темно-синий бархат. Подарочная идет в комплекте. На сегодняшний день у нас такой набор стоит 26 900 рублей. Ну, на момент съемки, естественно, серебро, конечно же, дорожает. И вслед за золотом, как драгметалл. Поэтому вот подробная информация у нас на сайте. Ссылка на сайт под этим видео в описании. kubachi-official.ru название нашего сайта. moresilver.ru. Заходите, много разных интересных подарков. Когда не знаете, что подарить, заходите на наш сайт и дарите уникальные такие эксклюзивные изделия ручной работы известных легендарных кубачинских мастеров. Вот. Подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. А видео у нас выходит регулярно, каждые несколько дней. На этом прощаемся. До скорых встреч.